О, боже мой! О, боже мой, вот это, по-вашему, Among Us! Я дам тебе ровно 8 секунд, чтобы угадать, какое из этих приложений является клоном, а какое оригиналом. Время пошло! Да ладно, ладно, конечно же, вот это вот оригинал, а вот это вот всратый клон, в который мы сегодня с вами поиграем. Хелло всем, ребятки, с вами, как всегда, Фокс Нео, и сегодня мы с вами поиграем во всратые клоны Among Us. Конечно же, они меня не отпускают, я уже, наверное, третью или четвертую серию пилю о них. Но если вы не видели прошлые серии, то обязательно зацените. Они есть на канале, в подсказочках и еще много где. И да, я скачал целую кучу клонов Among Us, среди которых... Мёрдерас, Among Them, мод Among Us 4, Run Among Us Game и просто Among Us. И там еще немножечко написано 2. И с чего же мне начать? Такой большой выбор, и знаете, я уверен, что половина из этих игр просто не запустится. Но я попробую. Давайте начнем с Among Them. Игра у нас называется «Среди них». И, видимо, среди гребаных мать его шизофреников. Что это за дерьмище? Просто кусок дерьма. Трансформ, хорошо. Ну, я выбираю Амонкастера. Что это такое? Как в это играть? Что за музыка там играет? Боже мой! Какого черта? Rate us, remove ads, play. А, там есть кнопочка play. Боже мой, это рискин какой-то другой игры. Причем это худший рискин в истории. Что я должен сделать? Какого черта? Это не клон, это просто кусок дерьма. Clear it. Что дальше мне делать? Мне теперь рекламу показывают снизу. Нет, я не хочу ни смотреть ни на рекламу, никуда. Как продолжить-то? У меня игра почему-то как будто не на весь экран. Я готов продолжать. Как мне включить следующий уровень? Я уже весь экран перетыкал, мать вашу. Ладно. Пробую еще раз. Опять нажимаю play. Опять попадаю на этот офигительный уровень. И что будет, если он меня спалит? Oh no, он начинает преследовать меня. И тут бац, я на него нападаю и получаю 4 очка. И все, мне опять показывают рекламу. И дальше игра у нас не работает. Да, я был абсолютно прав. Половину из этих игр просто не заработают. Ну ладно, давайте перейдем к игре, в которой я плюс-минус уверен. Murder Us. У этой игры в вроде как даже нормальные оценки, хотя выглядит она, конечно, так себе. Название Murder Us 3524. Залезай в игру или создать игру. Видите текст? Это, видимо, наше имя. Ну, конечно же, меня будут звать Жопа, как иначе? Хорошо, хорошо. Залезай в игру. Если у вас проблемы с тенями, вы можете их отключить. Спасибо, хорошо. Поиск игры. Видите текст, код. Хорошо. Так, вот, тут даже есть какие-то лобби. Хорошо, я присоединюсь в случайное лобби, игра недоступна. А какая доступна? Игра не найдена. Игра недоступна. Игра недоступна. Да, о, я присоединился. Жопа, я тут. Так, хорошо. Сейчас я настрою управление. Отлично, я теперь могу бегать. Вот тут код комнаты. Заходите, конечно же. Один убийца, 5 задач. Тип общественный. Карта одна. Админ нет. А если админа нет, то как игру начинать? Игроки 9 из 10. Боже мой, какие все лаганы. Они просто телепортируются туда-сюда. У некоторых чуваков даже ников нет. Вот смотрите, у розового нет ника, у зеленого, у серого и... А как игру начать? Гоу! Гоу! А тут что, англичане играют? О, вы из Англии? О, боже мой, хорошо. А как начать-то игру, боже мой? Может быть, это я админ? Я ведь вторым зашел. Как начать игру? Ну все, вот вам и вся игра. Просто бегайте с улагающими чувачками туда-сюда. О май гад. И меня выкинуло из комнаты. Ну хорошо, я создам свою игру. Ну игроков пусть будет 10, убийц 2, задач 5, тип карты, карта 1. Хост жопа название игры будет. И будем сидеть и ждать, пока у нас соберется 10 человек. А пока можем поиграть сами с собой. Вот, к примеру, в прятки. Опа, где же жопа? О, боже мой, где же жопа? Может быть, он за этим ящиком? Нет, жопы нет за ящиком. Где же может быть жопа? Хм, может быть, эта бочка, это и есть жопа? Кто знает? И ко мне абсолютно никто не присоединяется почему-то. И, видимо, никто не присоединится. Ну, ладно, я подожду. Да? Да.
Ладно, выходим. О, нет, присоединился, кто-то присоединился. Нас тут уже двое, трое. Я почти вышел, посмотрите. Нас уже трое. Ребята, ребята, invite your friends, come on. Почему они себе ники не ставят? Вот просто какие-то мёрдерасы к нам заходят. Мёрдерасы, звучит хорошо, я понимаю. И... О, четыре! Нас четыре! Да, мы скоро сможем начать игру. Ребята, нас уже... Пять! Господи, как я счастлив! Ладно, подождем еще немного, нас уже семь. Фух, я думал, что я сегодня не смогу поиграть в эту игру, но я смогу. Восемь человек, можем начинать, но на два убийцы лучше подождем. Десять, десять, начинаем! Плей! Вы экипаж! Вау, хорошо, я экипаж, я должен вычислять предателя. Так, где же предатель? Я могу взаимодействовать, видимо, с различными предметами. Все просто омерзительно лагают, клон работает через жопу. Будем надеяться, зеленый у нас мирный. Увеличивайте ценность брусов. Окей, интересное задание. Кстати говоря, да, задания здесь необычные. Я думал, что это будет полный копипаст, но нет. И я же вроде выполнил это задание. Куда я его выполнил? Я нажимаю на лампочку, и свет включается. Это нормально? Вообще нет, как дверь открыть? Так, открыл дверь. Будем надеяться, что желтый не убийца. Он, кстати говоря, застрял только что в стене. И не преследуй меня, пожалуйста, ты подозрительный какой-то. Как карту включить? По идее, у меня 5 заданий. Я не доверяю желтому. И, боже мой, как это все всрато выглядит. Нажата кнопка аварии! Боже мой, где произошла авария? Так, что они будут писать? Давайте напишем на английском. Уху! Мы тоже, типа, такие из Англии чуть-чуть. Так, А4. Но нет, тут есть русские ребята, и все голосуют за скип. Видимо, просто так нажали. Хорошо, я тогда тоже скипну. Да? Давайте все тогда проскипаем. Orange. Why? Сможет ли он мне ответить? У нас тут интеллектуальная беседа на английском, знаете ли. Мы интеллектуалы. Почему реально оранжевый? Пинг. Интеллектуально, интеллектуально. Я вижу, вы умеете выстраивать аргументированные подозрения. Хорошо. Но я уже проголосовал за скип. Кстати говоря, два игрока ливнули. Тоже убийц. Возможно, убийцы ливнули и все. И ГГ. Я бы очень хотел поиграть в этой игре за убийцу. Интересно, как бы это выглядело. Мне кажется, я бы убил кого-то на спавне, и они бы не раскрыли это преступление. И игра, видимо, зависла. Добро пожаловать. So, Pink, what you gotta say about that? Для людей, которые далеки от этого прекрасного языка. Так, розовый, чё ты вообще собрался говорить насчет моих подозрений? Розовый ничего не собирается говорить. Как завершить голосование? Я не понимаю. Вот, плиз. Я хочу продолжить игру, голосуйте, ребята, пожалуйста. А, я теперь писать ничего в чат не могу, чат тоже сломался. Отлично поиграли, просто замечательно. Ладно, я попробую еще раз. Так уж и быть, я дам этой игре второй шанс. Так, комнату создал некий Хекс. Да, хексам можно доверять. Обычно у хексов есть хаксы. И ждем, пока игроки соберутся опять. И, боже мой, как тут медленно собираются игроки. В Among Us'е ты просто не успеваешь зайти в лобби, потому что оно собирается быстрее, чем ты пытаешься начать игру. И вы экипаж опять. Да вот же жопа. Ну ладно, экипаж так экипаж. О, это, видимо, отсылка на карту Полюс. И дверь закрыли, открыли. Тут у меня заданий никаких нет. Нет, есть. Нажми на кнопку 15 раз. Вот это, я понимаю, оригинальное задание. Тупо кликер в игру встроили. Задача выполнена. Замечательно. Боже мой, как же вы все лагаете. А как мне понимать, какие задания мне нужно выполнять? Нажата кнопка аварии. Зачем, почему? Видимо, кого-то убили. Мёрдерас нажал на кнопку аварии. И он, видимо, за скип проголосовал. Давайте просто отправим вопросик. Типа, чё? What? Вот да, я с тобой согласен. What? На кой хрен? What? Давайте я так тоже what напишу. Вопросик нельзя. Пишем тоже what. Никто не понимает, что происходит. Он просто так нажал на кнопку. Зачем ты это сделал, розовый? Ладно, я голосую за скип, потому что никакой инфы нет. И я не могу проголосовать за скип по какой-то причине. Люди опять выходят. Видимо, эта игра тупо зависает на голосовании. И все. Пинг. I voted pink. Хорошо, голосуем за розового. Еще бы вы меня научили голосовать, но нет. К сожалению, эта игра тупо не работает. О, боже мой. Хорошо, перейдем к следующей игре, которая называется Spy Online. Шпион онлайн. Тут они сплагиатили даже меню. Хорошо, нажимаем онлайн. Присоединимся к кому-нибудь. Введем себе имя. Имя вы уже угадали. А, класс, тут выбор имени не работает. А, тут ничего не работает. Все. Я на какую кнопку не жму, ничего не работает. Ну что ж, это потрясающая игра. Я определенно как-то должен ввести имя. Но я не могу. По какой-то неизвестной причине я не могу выбрать имя. Видимо, чтобы присоединиться, мне нужно ввести имя. Но я пытаюсь нажать, и у меня тупо не открывается клавиатура. Что ж, эта игра меня разочаровала.
разочаровала, и я хочу написать ей отвратительный отзыв, что она даже не работает. И вообще, давайте посмотрим на отзывы к этой игре. У нее 363 отзыва со средней оценкой 3 звезды, и тут все-таки есть игра, посмотрите. Правда, она мыльная до жопы, возможно, все-таки ее не существует, но чисто в теории она там должна быть, и у чуваков тоже нет ников, это интересно. 10 тысяч человек скачали эту игру, что они пишут в описании? Многопользовательская онлайн-убийство загадка в космосе. Зашибись. И какие же отзывы у нее? Поставил бы минус 5 звезд, но нельзя. Я поиграл, и меня чуть не стошнило. Набор цвета ужасный, и не советую. Интересно. Игра забыть играть можно онлайн, да? Шучу, не советую эту игру никому. Играйте в Among Us, это очередной клон. Почему вы играете в нее? Как вы это делаете вообще? Как вы в нее заходите? Не надо так, ребят. Это как Among Us, только для слабых устройств. А чтобы играть в ванильный Among Us на телефоне, вам, видимо, в телефоне нужен какой-нибудь RTX 3090, да? Ведь обычный, мать его, телефон не тянет Among Us. Там ведь такой, мать его, графон. Не могу написать свой ник, не советую. О, я не один такой. У кого-то игра тоже не работает. Ладно, одна звезда этой игре. Ну а мы переходим к каким-то модам Among Us, к каким-то играм, возможно, Майнкрафту. Я до конца не понял, как это работает, но решил попробовать скачать. Вот первый. Мод Among Us. О, боже мой, да, это моды на Майнкрафт. Тут есть мод 1, мод 2, мод 3, мод 4. И как это работает? Это типа я скачиваю этот мод, имея обычный Майнкрафт у себя? Что? Это мод на скины? Вы серьезно? А как они вообще это сделали отдельным приложением? Я что-то этого не понял. И все, в приложении произошла ошибка. Оно не работает, это обман. И тут есть еще одно такое приложение. Мод Among Us. И да, здесь нам рассказывают, как установить мод на этот мобильный Майнкрафт. И ну, спасибо вам большое за это. Это стоило отдельного, мать его, приложения. Ладно, идем дальше к Among Us 2. По крайней мере, на превью так и написано. О, боже мой, здесь в качестве интрошки анимации из Among Us. И фу, как плохо. Так, окей, нажимаем старт. Найди импостера. И, конечно же, импостером оказалась реклама, которую мне стали внезапно показывать. Но нет, меня все-таки пустили в игру. Боже мой, как всрато. Чувак просто записал, да я не знаю, на калькулятор анимации из Among Us и сделал из этого игру. О, нет. Нет. Это все-таки что-то рабочее. О боже мой, вот это по-вашему Among Us. Хорошо, я настрою управление и найду импостера. Так, я кое-как настроил управление, побежали, я хочу еще попробовать попрыгать. О, сальтухи мутят, господи, какой ты флексер, аж светиться начал. Охренеть, и вон он, импостер, я его уже вижу. Но это определенно лучший клон Among Us за всю историю человечества. Лучше этого вряд ли что-то сделали в Play Market. И, блин, игры делать не так сложно. Почему все игры такие всратые? О, зашибись. Как мне это окно закрыть? Уйдите, пожалуйста. Не трогай меня. А, этот чувак рассказывает мне об игре. Хорошо, побежали дальше. Чувак просто зашел в редактор Unity, скачал оттуда бесплатных моделей зданий, бесплатную модель персонажа, запихнул на эту модель странную текстуру из Among Us и вставил рекламу каждые 1.5 секунды. И смотрите, я нашел баг. Когда я бегу, тот чувак тоже бежит. И вот, кстати говоря, ту модель, которую он взял. Он взял модель рыцаря и просто перерисовал ее в Paint, я не знаю. А, я по воздуху бегу. Это просто замечательно. Но я добежал до рыцаря. Ты импостер? Нет, ищи камеры. Эта игра рассказывает мне, как играть в нормальный Among Us. Огромное тебе спасибо, игра. Я не знаю, стоит ли мне продолжать, но ладно, бежим дальше. Мне интересно, чем это все закончится, но я не думаю, что у меня хватит терпения дотерпеть. О, да, там еще куча всего. Да. Короче, все понятно. Здесь просто подсказки, как играть в оригинальный Among Us. Выходим. Выходим прямиком к Run Among Us Game. Ну, хоть раннер вы нормально смогли сделать. И да, они смогли сделать нормально раннер, но проблема вот в чем. Это не Among Us, вообще ни капли. Нет, я не хочу возрождаться, я подожду, рестарт. И да, это действительно раннер, он даже неплохо выглядит. Он достаточно неплохо играется, на телефоне, я думаю, было бы лучше, симулятора все достаточно криво работает. Тут вполне себе нормальная графика, ну как, относительно нормальная, и это играется. И нет, все-таки это Among Us-ер. Смотрите, у него там на башке шлем. А тут можно как-нибудь его кастомизировать, чтобы я убедился, что это Among Us, потому что я, мать его, бегаю по лесу, а не по космическому кораблю? Да.
спокойно. Так, я набрал 200 очков. Я не хочу возрождаться, я хочу посмотреть, что тут вообще там Among Us. Объясни мне. Выходим в меню, и вот магазин. Я играю за барашка. Ты меня обманул, разработчик. Ты меня нагло обманул. Тебе тоже одна звезда. Всего, мать его, одна. И как-то быстро у меня закончились всратые клоны по Among Us на мобилочку. Но если вы знаете название других клонов, которые работают, то напишите их, пожалуйста, в комментах. Если мы соберем под этим роликом много комментариев и лайкосиков, я обязательно выпущу еще одну часть. Ну а чтобы ее не пропустить, ты также можешь подписаться на мой канал и не забыть, что с тобой сегодня был Фокс Нео. Увидимся.